пришлось кардинально перестроить и бизнес, и перестроить вообще и схему закупки каких-то комплектующих, и продаж. Но мы видим, что предприятие успешно с этим справилось и начало делать технику не хуже той, которую закупали. То есть что-то пришлось освоить производство у нас, что-то у ближайших соседей. И мы видим, что на предприятии такой тесный сплав идеальной науки, производства. И вот это все одно во второе оперативно перетекает, и получается хороший результат. Вот машина сзади, которая стоит, это лишнее тому доказательство. Мы всегда хотели вот больше идти по этому пути, чтобы у себя производить, именно свое покупать, свое пиарить на международных рынках. Ну вот это лишний раз, этот барьер лишний раз поспособствовал саморазвитию нашей промышленности. Мы вынуждены в короткие сроки диверсифицировать рынки сбыта, искать новых партнеров, новые страны. И, соответственно, многие страны распахнули двери для нас. Это и страны африканского континента, это азиатские страны. Ну и, естественно, более тепло к нам начали относиться в Российской Федерации. Практически нашу продукцию приравняли, как и, собственно, российское производство. И к нашей продукции более такое трепетное отношение. Соответственно, мы увеличиваем объемы поставки и в Российскую Федерацию, и на рынки Азии и Африки.